научилась делать кофе у мамы. Приехала к ней в гости. Вот. У нее машинка побольше, как пледик постирать. Вот. Покрашу ее. Сделаю ей стрижечку немножко, вот как у меня, знаете, такая челка удлиненная, отфилированная хорошо. Я же два вида ножниц купила, поэтому думаю, получится. Вот. И покрашу ее заодно. Она сейчас уборку делает. Вот так вот получилось кофе. Я, кстати, кофемашинкой дома не пользуюсь. У меня есть капсульная. Как-то не знаю, я так просто ложку кофе насыпала, залила кипятком и все. Я сегодня к маме ехала, села в маршрутку, маршрутка поломалась. Пересели в другую, вторая поломалась. Вообще, как будто, знаете, вот знак. Знак, что нужно было немножко подождать и не ехать в определенное время. Вот такой вот кофе получился. Наверное, еще молочка добавлю. Мамулька посуду моет моя. Всем привет. Я ей вещей набрала, вон Тайсон сидит. Понаходила ей вещи классные. Потом уже отдельным видео выйдет. Так, я замешиваю маме краску уже. Сняла белые джинсы, чтобы не испачкать. Сразу две упаковки. Она наверняка, знаете, так прокрашу. Она просто в середине на макушке не очень прокрашивает. Я ей заодно это все хорошо сделаю. Взяла краску вот такую, девочки. Проверенная. Я ее часто брала, гарнир. Это именно троечка идет, темный каштан. Вот, она мне вот лично не так пересушивает волосы. Сейчас я заказала себе с Фаберлика краску. Мне она тоже нравится. Взяла ножницы. После окрашивания сделаю ей челку удлиненную. Крабик свой взяла и мелкую расческу. Распределять краску и вообще расчесывать волосы. Еще маслечко ей передала. Вот такое вот очень классное на кончике. Я ведь не зря купила ножницы. И себя режу, и всех режу. И Юрки над ушками тоже иногда режу. И отфилирую ей заодно. И расческа маленькая вообще. Обожаю вот эти вот мужские маленькие расчески. Так что записывайтесь, девочки. Стрижка у меня 500 гривен стоит. Да, претензии не принимаются после. Поэтому, если хотите порисковать, вот, ну, зато познакомимся с вами. Я маме сделала стрижку. Вот тут отфилировала. Челочку сделала, захотела. И сзади подровняла кончики. И отфилировала. Мама просто пышные такие волосы. Прям вообще и густота очень большая. И покрасила вот здесь все очень хорошо. Вот, видите? Бум-бум. Это, девчонки, в тему, слышите? Я смотрю, мама пробничек, смотрю по Депари. Вот. И говорю, где я взяла? Она говорит, пробник прислали. Говорю, просто взяли и прислали. Она, оказывается, заказала, повторила. Это сейчас уже вот в таком виде флаконы у них. Как называется? Эклад? Эклад. Очень нравится. И она заказала, повторила. И пробничек ей прислали. Круто, слушай. Я, вы знаете, что у меня есть ссылка, собственно. Заходите, заказывайте. Кто хочет вкусно пахнуть, но при этом экономить. Вместо того, чтобы покупать это в переходах. Вообще, некоторые парфюмы, именно некоторые ароматы, один в один просто, как в Бракарде. Вот, мой любимый Moschino Love Love, просто обожаю. Мама вон и клад уже повторяет, какой раз. Я ей два раза заказывала, и вот она третий себе повторила. Очень-очень классный. И мне, кстати, недавно комплимент даже девочка сделала, этот Moschino. Услышала, в кофейне работает, поэтому рекомендую от души. Это еще, девчонки, хочу порекомендовать вам. Я просто обула, у мамы маленький размер, но я обула, можно сказать, впервые такие вот штуки. Она заказывала где-то на пробе, просто вбейте или там по картинке смотрите, они дорого. Я хотела все кроксы, но в принципе, мне кажется, один в один. Ну, может, эти просто изнашиваются быстрее, потому что пена другая. Но очень удобные, себе тоже закажу. Прям вообще и на ножке сидят, классно. Всем привет, вы Юрку редко видите. Мы сегодня собрались, я, Юра, мама, Руся, идем на Киев фанфест. Будет происходить это все на Сливочем поле, чуть не впало, не вбылось, это такое. Юра, поддержка идет рядом, ловить, если что, потому что я могу. Вот. Сегодня погода очень душная, дождь был вчера, в принципе, всю ночь шел гром, молния. Но мы все равно выбрались, потому что дома сидеть это одно, а вот наконец-то услышать хоть какую-нибудь музыку под открытым небом, это... И во все краины, на всех континентах. И мы любим нашу украинскую неповторную музыку.
сейчас зашли в экомаркет, а я в метро купила сковородку довольно как слон. За 150 гривен такой вот размер как раз. Взяла вот такую миску, 40 гривен стоит, специально с дырочками, чтобы фрукты можно было мыть, и оно все стекало. У Юрки закончилась подмышки мазута, как он говорит. Мазута здесь. Юр, смотри, ее здесь нет, по-моему. Да, нет. Она такой вот Old Spice использует. Нема, бачишь? В Ватсон надо пойти. Зубная паста у нас заканчивается. Так, я люблю Max Блеск, Max Fresh. Кстати, это очень сильно ядерное. Купила два лотка клубники. Вот, уже по 80 гривен у нас. И воду еще осталось набрать. Зайдем в Ватсон. Я там возьму как раз и пасту куплю, и Юре мазючку. Мазючку под мышки. Девчонки, рассказывала в Инстаграме, теперь хочу рассказать вам здесь. Я знаю, что некоторые на меня не подписаны там. По поводу моего лица, сейчас у меня совершенно другой уход. Я изменила все, мне подобрал лично косметолог в связи с моей проблемой. Я отправляла фотографии кожи лица без макияжа при дневном освещении. Я заполняла полностью анкету, что и вам советую сделать. Это все происходит на сайте Косибелла. Я вам оставлю все ссылки под видео, поэтому переходите, посмотрите, какие продукты вам подходят именно в связи с вашей проблемой. Там отвечает, подбирает вам продукты косметолог совершенно бесплатно. Также вы там можете указать сумму, на какую вы рассчитываете, что очень удобно. Я вам покажу продукты, которые мне порекомендовали, я их заказала, и сейчас уже почти 2 недели, еще 2 недели нет, но я использую. Сегодня в видео также я вам покажу результат до-после, фотографию делала сегодня. Вот первый продукт, это пенка, видите, я использую, уже почти добиваю, но мне еще на недельке так 3 хватит этих продуктов. Пенка здесь буквально горошинка нужна, она очень хорошо очищает кожу. Это если вот я свою проблему описывала, просто у меня кожа комбинированная, склонна к жирности, есть черные точки, расширенные поры, пигментация, постакне, пятна после прыщей, поэтому мне вот такой уход подобрали. И, кстати, смотрите, разные бренды, но это ничего не значит, они выбирают, исходя от компонентов, которые есть в продукте, чтобы они были рабочие, чтобы они хорошо работали именно на вашей коже. Поэтому это особо никакого значения не имеет. Пенка рекомендую, я ее повторю обязательно. Все продукты очень доступные по цене, тоже что радует. Буквально горошинку нужно, минимальный расход. Приятные ощущения после использования. Кожа такая чистая, такое ощущение, что она заново начинает дышать. Потом, это то, что касается утра и вечера. Наношу пенку. Утреннее время. Я обязательно после умывания наношу вот такую вот сыворотку от The Ordinary. Тоже люблю этот бренд, вы знаете. Здесь ниацинамид 10% и цинк 1%. Она такая сыворотка гелевая, хорошо распределяется по коже. Нейтральный аромат у нее и довольно быстро впитывается. После этой сыворотки я наношу вот этот крем Ультрамат. Он меня приятно удивил, потому что он не плотный. Здесь довольно хороший объем и цена приятная. Со всеми ценами актуальными сможете ознакомиться именно по ссылке под видео. Оставлю обязательно на каждый продукт. Этот кремик мне похож больше на лосьон, он очень легкий, быстро впитывается и не оставляет пленки жирной, липкости какой-то на коже. И реально матирует классное лицо. Ну, плюс он борется, выравнивает рельеф, также выравнивает еще цвет кожи, что мне как раз и нужно было. И еще, вот это вообще находка. Раньше я не была знакома вот с этим брендом. Это, девчонки, комплекс кислот, который можно использовать на протяжении всего года, даже сейчас в такое время, вот в такую температуру можно использовать, но не забывайте наносить SPF утром. Здесь кислота, получается, ее нужно наносить, список кислот тоже, которые здесь есть, я оставлю ссылку на этот флакончик, посмотрите, почитайте подробно. Я наношу не на ночь, я наношу вечером, после уже очищения кожи, перед сном, но на 7 минут, я не оставляю. Нанесла на 7 минут и смыла. Очень хорошо работает, также выравнивает рельеф. И я надеюсь, что вот сейчас я вам оставляю до-после, это еще даже 2 недель не прошло, но моя кожа очень благодарна этому составу, и благодарна я девчонкам, то, что они, вот косметологи, подобрали мне именно вот этот комплект. И какие-то продукты, конечно же, я буду повторять, добью до конца, и потом расскажу уже и сделаю фото, сравню до, да, с первой фотографией, и уже совсем после, когда я уже добью все эти продукты. Я надеюсь, что вам была полезна, потому что не везде, вы знаете, можно бесплатно получить консультацию и подобрать в связи с своей проблемой, вот, исходя от своей проблемы на коже, бесплатно подобрать продукты, чтобы вот косметолог посмотрел на вашу фотографию кожи, лица,
прочитал, какие у вас проблемы, вы там анкету полностью заполняете, и уже потом подбирает продукты. Это очень-очень удобно, поэтому ссылочку оставляю, заходите. Ну, а я еще с травмой. У меня вот на руке и вот здесь тоже. Это все оттерки. Это я так готовила утром сонная Юре завтрак. И от часов тоже у меня остается вот такое вот пятно. Тоже мажу продуктами, потому что не только лицо, но еще, кстати, на шею наношу. Вот, и на тело. Там, где есть высыпание, тоже лечу.